дороге. Кто-то тут пробовал. Дождь, дождь, дождь. Ну, ничего доброго. Кто здесь копался, конечно, не взял. Не будем время терять. Заливает. Ясно, что здесь дорога хорошая, грунт крепкий, поэтому не боишься, что в какой-то ил тут попадешь. Поэтому по этой дороге смело можно ехать. О, какая чистенькая. Махина проехала. Лес возят. Вот здесь вот корешки вырвало. Смотреть просто времени нет. Ходить даже неохота. Нет, нет, это не пигматит. Ошибочка вышла. Да, ветер понаделал делов. Он осину повалил. Вон сосны тоже. Ну вот, на дрова бы кому-нибудь. Он даже дорогу перегородил. Но здесь часто ездят, поэтому даже пилу не взял. А он валежник, это сколько? О, шиповник уже красноватый, нынче все раньше из-за этой жары. А вот здесь грязюка. Левее возьмем. Путь закрыт. Закрыт. Ну и ладно. Посмотрим, что там в корне. Ну как переломило-то.
Чего тут ничего нет, даже намеков. Это дерево. Даже намеков нет на минерализацию. Ну вот это так называемая аметистовая. Вот в такую погоду, когда дождь, конечно, приятнее смотреть, потому что мокрый камень, он в глаза бросается, хорошо смотрится. Вот комарьё. Я мазь не взял. Это зря, конечно. Забыл. Ну вот, мне кажется, неплохой образец. Помыть, отрезать, и будет неплохо. Конечно, тут на 100 раз все перья. Ну, целый карьер. Ну да ладно. Да, интересное место, конечно, но. Конечно, если смотреть, я пошел бы, конечно, если долбить дальше, то вот за этим кварцем, хотя... Здесь не знаю, как в этом районе. Все может быть. Вот эти пигматитик какой хреновенький.
вообще костоусовские жилы. Весьма привередливая. Надо, я знаю, что молотишь, да молотишь, найдешь что-то в основном. А здесь вот интересный образец их ихтиоглипт-кварца. Кто-то из ребят долбился. Не взял почему-то, не знаю. Хорошо смотрится. Ай, кусает. Ну вот по мокрому всегда интереснее искать, конечно. Иногда что-то можно найти. Прямо сверху дождиком промыло. Ходишь, раз, она лежит. Ну, это осколки, конечно. Осколочки кварца. Какой мини образец. Когда работать неохота, вот так вот, на халяву. Ой. Какой халцедончик. Вот здесь мелочевка поблескивает. Вот щеточка какая-то кварцевая. Ну вот щетка кварцевая, такая непонятная, конечно. А вот до этого вылетело вот это вот. Красава. Красава. Еще тут звенело. Вау, ну вот это, наверное, лучше всех сегодня. Кристаллы видны. Нужно, конечно, вымыть, но некогда, дождище идет. Да, хорошая штука.
где-то достал. Вот. Нет, наверное, это на сегодняшний день еще лучше. Видите? Классный образец. Вымоется. Нет, наверное, вот этот все же образец самый лучший будет. Красава. Красава. Вот кварчик. Вау. Вау, вау. Вот она жилка такая слоеная идет. Кварц с каким-то. Каким-то грунтом таким вот. И вот где кварчик, там можно что-то, можно на что-то рассчитывать. Ты. Мыть надо, мыть щеточку. Так, выключусь. Не до кино, простите. Вот на Хрустальной горке мне встречалось, что кварц в основном вниз кристаллами растет. Хотя были и разные моменты. Ну, прямо скажем, не очень образец, но посмотрим, вымоем. Обалденный. Маленький образец. Вау. Вот этот тоже. И один выпал. Красота. Красотуля. Вот один кристаллик такой. Тоже оригинальный образец. Рядом мой конец сказки.